Ректор КФУ принял участие в встрече трудового коллектива Елабужского института КФУ. На расширенном заседании ученого совета с участием Ильшата Гафурова был представлен отчет директора по итогам года. Открыла собрание презентация фильма «Инвестиции в науку как новые тренды в высшем образовании» о масштабных преобразованиях по созданию обновления инфраструктуры Казанского федерального университета. Говорить о содержательной части невозможно без создания определенной инфраструктурной среды, которую мы рассматриваем как одно из условий конкуренции. Итоги работы коллектива Елабужского института КФУ за 2017 год подвела в традиционном отчете Елена Мирзон. Не обошлось без торжественной части. В ходе встречи состоялось награждение отличившихся в течение года преподавателей и сотрудников почетными грамотами и благодарственными письмами. Потенциал, который есть в институте, он позволяет сегодня готовить хороших специалистов, которые пойдут, я думаю, в большей степени в школы. И это самое, наверное, нужное направление сегодня в нашей стране, поскольку разные направления бизнеса возникают, потом уходят с рынка, а школы остаются всегда. Да? И детей учить и готовить тоже нужно всегда. Около 78% студентов в Елабужском институте КФУ учатся по направлению педагогическое образование. Приоритетным направлением вуза является стратегическая академическая единица «Учитель 21 века». Подготовка педагогов, готовых к вызовам времени. Диана Шилова, Валентина Безбрязова, Айдар Салихов, Универньюз.